Привет. Александр, привет. Слушай, спела круто. Я, правда, только одну песню видел, потом мне пришлось убежать домой, потому что мои уже давно обращались к ней. Вот. А спел круто. Сторис, да, не успел снять, не всегда было удобно походить. Люди стояли. Привет. Так что не переживай, особенно что. Прага. Привет, Питер. Привет, Дагестан. Всем привет. Ну что, рассказывайте, как проходит ваш воскресный вечер? Что делаешь? Вот лежу в зале, никак не могу наверх подняться, хочу спать. Я не грустный, я уставший. Мамочки меня поймут. В воскресенье я решила отчаянно поехать в, как называется, торговый центр. Помимо того, что мы с детьми пошли в кино с тремя, потом еще на детскую площадку, потом еще на паровозике покататься, потом еще нужно было колготки купить обязательно. Привет, Еревана. Леночка, привет, поздравляю. Только что поставила лайк, у тебя сегодня день рождения, 6 лет, да, у мелкого, поздравляю. Саш, привет. Или видос смотреть. Я тебе привет передала, и видос только что твой смотрела. Отлично, только с работы. Привет, привет, привет. Как так теперь, сплетница, ты не ведешь? Заметили, да, ребят? Теперь будете смотреть сплетницы с участниками проекта. Надеюсь, вам понравится. У нас больше не будет сплетниц. И чё мы не спим? Пуш, а когда я спала в 11 часов 40 минут? Чё, всё зависло опять всё? А, нет. Надо перекраситься. Почему? Вас смущает, вы думаете, что это темные корни, и они отросли? Или что вот так? Или, может быть, тут свет просто плохой? Почему я должна перекраситься? И в какой? Куда ходишь за шаурмой? Я? К метро, конечно же, куда еще? Ребят, все вопросы касаемо ведущих пишите на канал. Я не знаю, кого там, кем когда делают ведущими, я уже запуталась, если честно. Но это не мое дело, там есть начальство, и они распоряжаются. Поэтому все, что касается ведущих, это, пожалуйста, не ко мне. Слушайте, уставшие, но реально погода отвратительная. В 4 часа вечера уже, дня уже темно. И, конечно, ну, тяжело. Это вообще не моя история. Ноябрь, декабрь, январь, февраль. У меня все время какое-то такое, особенно с возрастом, становится чуть депрессивное состояние, потому что я только кайфую где-нибудь вне Москвы, там Европа или Америка, да, когда есть солнышко, когда хорошая погода, когда люди по улице гуляют. Это то, что все время заряжает меня какой-то позитивной
энергетика, или, например, там лето в Москве, да, если оно теплое, не дождливое, как этим летом, а то у нас лета не было, а осень какая-то дурацкая, зима, не знаю еще какая будет, говорят, очень холодная, самая холодная зима за последние 100 лет. Поэтому тут еще тот климат. У нас дождь в Германии. Да вот лучше дождь в Германии, знаешь. Патриотка. Ксюш, на диете сидите? Да, вот только из Макдака приехал. Не только же в Питере, ой, в Питере вообще. Питер, я... Ты не мой город. Я бы там не смогла жить. В Питере только пить можно. Как день рождения Маши? Супер, все хорошо. Ты куришь? Нет, не курю. Про самую холодную зиму каждый год говорят, но это правда. Каждый год холоднее и холоднее. Почему не смогла бы жить в Питере? Ну, потому что там... Погода плохая, так же, как в Лондоне. Я вообще дождь не люблю, это не моя погода. Боксом перестала заниматься. Я вообще перестала ходить в спортзал и перестала заниматься боксом. И сейчас надо это все наладить. Уходи из дома, два, ты и так супер. Чё? Уйти. В среду новый Иерусалимский монастырь, что под Москвой, встречал высоких гостей. Основной этап реставрации этого великолепного и по красоте. Слушайте, почему в фильмах не снимаюсь? Ну, я снималась пару раз и могу вам сказать, что достаточно тяжелая история сниматься в фильмах. Я вообще, знаете, поражаюсь над нашими там актрисами, особенно замужними. Иногда им приходится играть такие роли достаточно откровенные. Тут недавно, не буду называть имя актрисы нашей одной, которая играла в спектакле, и там такая откровенная роль, когда ее зажимают в углу и целуют, а при этом я знаю, как бы вся страна знает, что у нее есть муж, но это надо как-то вот быть подготовленной к такой истории, конечно, это тяжело, как мне кажется. Но потом съемки в фильмах занимают большое количество времени. Там не 12-часовая история, намного больше. Я бы так не смогла. Что зависает? Всегда тебя интересно слушать. Спасибо большое. Слушайте, ну я стараюсь читать, я же не успеваю всех перечитать. Кто-то вон, я смотрела наши звезды, так их назовем. Выходит прямой эфир и вообще не читают то, что пишут. А о себе, да о себе. Кальян куришь? Нет. Ну как-то, вот так, чтобы заказать кальян и курить, нет, такого нет. Мне от него плохо становится. Ребят, ну я ставлю очки, потому что я не накрашена, и это... Пусть они будут. Типа умный вид, опять же. Слушайте, я сейчас залезла в YouTube-канал, и я так чуть-чуть в шоке, если честно, вообще. Вам нравится, вы там сидите. Мне очень интересно вообще, что сейчас происходит на Ютубе, потому что, как правило, это какие-то совсем маленькие детишки. Вот сидит какая-то девочка, ну, я не знаю, еле...